За 70 лет своего пребывания у власти коммунисты любили повторять своим подданным и всему миру о том, как много они дали Родине и каких успехов добились. Такая постановка вопроса была особенно удобна тем, что она не давала возможности спросить, а что, собственно, коммунисты взяли у России и в каком количестве. Когда свобода слова в России стала сметать все барьеры тотальной коммунистической цензуры, этот вопрос постепенно появился на страницах прессы. Впрочем, тогда уже партия коммунистов ничего с этим не могла поделать. И вообще, партии было не до этого. Она готовилась, если и не уйти в полное подполье, то, по крайней мере, временно покинуть политическую сцену. КПСС, верная наследница ленинских рецептов, намеревалась это сделать, и, кстати, сделала в полном соответствии с этими рецептами. Отход на заранее подготовленные позиции шел по двум направлениям. Часть доверенных лиц партии ушла под коммерческие крыши, превратившись в новых русских, создав банки и фирмы при самых льготных стартовых условиях. Другая часть начала работу с зарубежными финансовыми активами КПСС. Работая над этой программой, мы столкнулись с массой версий, фактов и свидетельств. Не все из них можно назвать абсолютно достоверными. И потому мы решили говорить лишь о тех фактах, которые нашли подтверждение в документах или в свидетельствах очевидцев, современников. Российская империя доживала свои последние годы. В воздухе пахло тревогой. Тревога эта была связана с Первой мировой войной, но не с большевиками. Между тем, до взятия и разграбления Зимнего дворца, а потом и всего государства российского, оставались считанные годы. Люди, запечатленные на этой старой хронике, вряд ли могли себе представить такое. Представить, что власть над великой огромной Россией окажется в руках у группы левых экстремистов. Представить такое было и впрямь затруднительно. Если не принимать во внимание заинтересованность в таком повороте дела германского генерального штаба. Пока в России император принимал парады, в Европе самую активную деятельность развивал некто Парвус. Именно этот международный авантюрист, выходец из России, как раз и убедил Берлин в необходимости сделать ставку на большевиков для подрывной операции в тылу России. Именно Парвус получал деньги для большевиков. И именно Парвус обеспечивал беспрепятственный проезд Ленина через Германию в Россию в 1917 году. Император принимал парады, а в это время Парвус работал в Европе. Об этом потом расскажет будущий российский премьер Керенский. Временное правительство точно установило, что денежные дела Парвуса с Ганецким имели свое продолжение в Петербурге в Сибирском банке, где на имя родственницы Ганецкого, некой Суминсон, а также Козловского, хранились очень большие денежные суммы, которые через НИЕ банки в Стокгольме переправлялись из Берлина при посредничестве все того же Ганецкого. Того же Ганецкого, добавим мы, который потом всегда был в ближайшем окружении Ленина. Первая мировая уже началась. Русские солдаты гибли на германском фронте. А большевики тем временем обеспечивали немцам беспорядки в российском тылу. Что-что, а это они умели делать всегда. В учебниках истории, которые выпускались в советское время для школьников, авторы обязательно упоминали с огромной иронией, как временное правительство додумалось до того, что называло великого Ленина германским шпионом. И это при том, что в тех же учебниках многие исторические факты просто не упоминались и замалчивались. Однако история взаимоотношений российских большевиков с германской разведкой в свое время наделала столько шума, что просто обойти ее умолчанием даже в школьном учебнике было бы слишком опасно. Мы не будем говорить о шпионаже. Поговорим о фактах и документах. Просто вспомним несколько странные поведения всегда беспощадного противника Ленина. Ленин признал поражение России перед Германией в тот самый момент, когда Германия уже была на коленях перед Антантой. Ленин согласился при этом заплатить фантастическую цену, отдать 1 000 000 квадратных километров российской земли Германии и выплатить контрибуцию в 245,5 тонн золота. Но это все потом. А куда в свое время смотрела русская контрразведка? Нет, контрразведка не проглядела подозрительный флирт Берлина и большевиков. Но наверху адекватно эту опасность не оценили. Двор губили внутренние интриги и повальное погружение в мистицизм. Впоследствии многие материалы контрразведки бесследно исчезли. Сохранилась только 21 папка. Это из нескольких шкафов с документами контрразведки Временного правительства. Придя к власти, большевики старательно подчищали следы,
но оставляли новые, как, например, отчет председателю СНК, то есть Ленину, с любимым его грифом «Совершенно секретно», о том, что в архиве Министерства юстиции из дела об измене Ленина и группы товарищей изъят приказ Германского имперского банка номер 7433 от 2 марта 1917 года с разрешением платить деньги за пропаганду мира в России. А теперь еще цитата из показаний Керенского. Германский генеральный штаб и руководство большевиков летом и осенью 1917 года работали на фронте и в тылу, координируя свои действия. Обратите внимание, на фронте наступления Тернополь, в тылу восстания. Во время наступления, приблизительно 2-4 июля, в газете, изданной немцами, сообщались, как уже случившиеся, такие факты о выступлении большевиков в Петрограде, которые произошли позднее. В Вильне немецкий штаб издавал тогда для наших солдат большевистские газеты на русском языке и распространял их по фронту. Австрия готова была выйти из союза с Германией и искала сепаратного мира. Германия спешила совершить у нас переворот осенью 17 года, стараясь предупредить выход из войны Австрии. Я констатирую, 24 октября Временное правительство получило предложение Австрии о сепаратном мире. 25 октября произошел большевистский переворот. Александр Федорович Керенский. То, что для германского генерального штаба оказалось сверхудачной операцией, для России обернулось окаянными днями, как назвал свою книгу великий Иван Бунин, окаянными днями и десятилетиями. Начался великий грабеж России. Начался с откровенной фразы Ленина «грабь награбленная». Даже товарищи по партии и те испугались такой открытости. На что Ленин, блестящий задорный полемист, отвечал. Я цитирую доклад на заседании в ЦИК 29 апреля 18 года. Попало здесь особенно лозунгу «грабь награбленная». Лозунгу, в котором, как я к нему не присматриваюсь, я не могу найти что-нибудь неправильное. Если мы употребляем слова «экспроприация», «экспроприатор», то почему же здесь нельзя обойтись без латинских слов? Конец цитаты. И великолепно обходились, надо сказать, и без латинских слов, и вообще без всяких церемоний. Кому и зачем понадобился этот жесточайший исторический эксперимент, после проведения которого все равно все возвращается к своим истокам, к дороге, которой мы уже однажды шли? Правда, это уже возвращение после огромной крови, после братоубийственной войны. Что за цели преследовались авторами и исполнителями этого эксперимента? Мы называли нашу республику не РСФСР, а, между прочим, РТП, Республикой торгово-продажной. Так оно фактически и было. Я утверждаю, что ничего из того, о чем говорят большевики в Европе, в России нет. Революции нет. Диктатуры пролетариата нет. Социализма нет. Советов и тех нет. Равенства тоже нет, ибо нигде нет таких богачей, таких миллиардеров, как сейчас в России. Только их десятки при миллионах нищих. Из петербургских дневников 1914-1919 года Зинаиды Гиппиус. Денег большевикам нужно было очень много. Хотя бы для той же Германии, с которой Ленин подписал Брестский мир. Осенью 18 года, это когда Германия уже фактически находилась в состоянии полного поражения, хранитель золотого запаса Новиков докладывал вождю, что очередная партия золота в 95 тонн приготовлена к отправке в Германию. Деньги шли не только в одну Германию, но чаще всего, куда бы они ни предназначались, они уходили из России. Нью-Йорк Геральд Трибюн писала, похоже, что происходящая в России большевистская революция является на самом деле гигантской финансовой операцией, цель которой – переместить огромные денежные средства из-под русского контроля под контроль европейских и американских банков. Так это выглядело со стороны. Для Ленина деньги и золото не были элементом рынка. Рынок как таковой большевики в России разрушили, и потому он их больше не интересовал. Деньги в глазах вождя пролетарской революции становятся политическим оружием. Ильича так пока и не оставляет его заветная мечта заразить революционной бациллой весь мир, ну хотя бы Европу, а на это нужно очень много денег. Русская православная церковь становится одной из самых привлекательных жертв для большевиков. С
одной стороны, они атеисты и потому обязаны церковь не любить. С другой стороны, церковь – это сокровища и деньги, которые нужно у нее отнять. Храмы взрывают, наверное, не только из идеологической ненависти, но также из-за того, что они могут напоминать о былом величии и достойной жизни Русской Православной Церкви. Если же храм уничтожить или, в крайнем случае, превратить в склад, баню или тюрьму, со временем позабудут, что это было и как он был ограблен. Дело уничтожения церкви с предварительным изъятием у нее всех возможных ценностей приобретает по-настоящему большевистский размах. В очередной строго секретной бумажке, написанной в 22-м году, Ленин приказывает начать, дальше я цитирую, «изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, которое должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь, и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства, буржуазии, удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». Удавалось расстрелять, как всегда, многих. Только в одном Петрограде было расстреляно 550 священников, монахов и высших иерархов церкви. «Наша ставка на коммунизм, а не на религию», – остроумно замечает Ильич. В 18-19 годах погибли видные деятели Русской Православной Церкви. Среди них митрополит Киевский Владимир, архиепископ Воронежский Тихон, архиепископ Тобольский Гермоген, архиепископ Астраханский Митрофан, архиепископ Вяземский Макарий, архиепископ Ревельский Платон и другие. Только на 18-й год приходится 3000 расстрелов священнослужителей. Если бы большевики до своего прихода к власти поделились бы своими планами относительно расправы с русской православной верой, еще большой вопрос, как бы повернулась история. Но они, как всегда, солгали. Вслух они только декларировали отделение церкви от государства. Вполне цивилизованный лозунг. Тогда ведь еще никто не знал, все, что отделяется от государства большевиков, подлежит уничтожению. Это касается и институтов, и людей. Крестьяне, еще одна жертва большевиков. Крестьянам у большевиков какая-то особенная патологическая ненависть. Как и во всех других областях, сельскохозяйственная политика коммунистов базируется на все тех же записочках. Из письма Ленина членам Совета труда и обороны: повесить, непременно повесить, дабы народ видел не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Отнять у них весь хлеб. Повесить, непременно повесить. Мудрая политика в отношении крестьян немедленно ударила голодом. Но и это пришлось, кстати, новым хозяевам Кремля. Письмо Ленина Молотову. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергии. Никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не дает нам такого настроя широких крестьянских масс, что победа в изъятии ценностей останется безусловной и полностью на нашей стороне. Это бодрое письмо датировано 22-м годом, через полгода после того, как патриарх Тихон обращается к прихожанам с призывом организовать сбор средств для помощи голодающим. Церковь создает комитеты помощи. Но большевикам это не нужно, им хочется самим почистить церковь. Под предлогом помощи голодающим они изымают 2,5 миллиарда золотых рублей. Однако на покупку продовольствия у них хватает только 1 миллиона. Остальные на нужды мировой революции и личные счета. А также на очень нужный фонд. Ленин пишет: без этого фонда никакая государственная работа, никакое хозяйственное строительство, никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Голод, между тем, продолжается. Из писем крестьян. Мы все по закону. Сполна отвезли на станцию. А они опять приехали. Велели со сходов уйти. Мы их честно стали просить оставить нас. Обед сготовили, все несем, угощаем. Что хотят, берут. А они пообедали и начали нас всячески задирать. Одного красноармейца поколотили. Они нас пулеметом, огнем. Убитые повалились. По приближении отряда большевиков надевали все рубашки на себя и даже женские куфты, дабы предотвратить боль на теле. Но красноармейцы так наловчились, что сразу две рубашки внизывались с тела мужика. Отмачивали потом в бане или просто в пруду. Некоторые по нескольку недель не ложились на спину. Так куда же ушли деньги церкви, предназначавшиеся голодающим? Сокровища царской семьи и вообще русская казна?
Владимир Ильич желал мировой революции. Огромные суммы шли на дела Коминтерна, часто оседая в руках дельцов и партийных бонз. Письмо Бердину в Швейцарию. «Не жалейте миллионов на агитацию среди французов и англичан. Платите за поездки и работу архищедро. В Скандинавию, секретарю Коминтерна Балабановой. Я умоляю вас, не экономьте, тратьте миллионы, много миллионов». А в стране продолжался голод. Из дневников Зинаиды Гиппиус. «Рынки громят систематически. Нечем красноармейцев кормить. Обывательское продовольствие жадно забирается. На Волге непрерывные крестьянские восстания. Карательные отряды поджигают деревни, расстреливают крестьян по 600 человек за раз». Нельзя сказать, что на мировую революцию уходило все до копейки. Часть средств во время голода удавалось выкраивать и на собственные революционные нужды. На немецких врачей с гонорарами по 5000 фунтов стерлингов, на организацию элитных санаториев. Вполне понятно, почему потом КПСС решил немедленно унаследовать эти добрые ленинские традиции. Впрочем, КПСС оказалась верна заветам вождя не только в этом. Из книги генерала Дмитрия Волкогонова «Семь вождей». Политбюро, начиная с 19 года, отправляло крупные суммы в золотых рублях, а затем в долларах, в Америку через контактных лиц. Котлярова – 209 тысяч рублей, Хавкина – 500 тысяч рублей, Андерсена – 1 миллион рублей, Джона Рида – 1 миллион рублей. Это только в 19-20 годах. И так продолжалось до 91 года. Впрочем, с момента создания Коминтерна также денежные инъекции осуществлялись в десятки других стран для инициирования революционного движения и создания компартии. Слишком хотелось тогда мировой революции, а позже хотя бы мощного комдвижения. И так, повторяю, до 91 года. После провала путча в 91 году наступила эдакая демократическая эйфория. И тогда реформаторы решили даже провести суд над КПСС. И на этом суде все очень интересовались, что такое золото партии, сколько его и, главное, где оно. Коммунисты, разумеется, ничего внятного не сказали. Они вообще пожимали плечами и говорили, что никакого золота партии никогда и не было. И все расследования как-то сами собой затихли. Самая страшная утрата России – это человеческие жизни. Но даже здесь большевистская машина сумела выстроить все довольно логично и увязать с любимым денежным вопросом. Люди уничтожались, собственность отбиралась и присваивалась теми, кто декларативно так ее ненавидел. Кому-то удавалось просто бежать. Это было большой удачей. Кому-то удавалось выменить все, что у него было, взамен на свою собственную жизнь. Это тоже было удачей. Деньги, которые отнимали у выхода, оставались в голодной России. Но не голодающим они были предназначены. Помните советский боевик «Корона Российской империи»? Там наши неуловимые мстители под эгидой ЧК возвращали в Россию похищенную за рубеж царскую корону. Эта сказка оказалась действительностью, вывернутой наизнанку. Под эгидой того же самого ЧК все, вплоть до последнего бриллианта, выковыренного из царских корон, наоборот, уходило из России, в том числе в Коминтерн. Но не только в Коминтерн. Деньги обычно совершают удивительные виражи. Мы сейчас впервые покажем вам докладную записку наркома внутренних дел СССР Ягоды товарищу Сталину. Она была написана в 1935 году, когда НКВД вскрыло личный сейф умершего пламенного революционера Якова Свердлова. В нем паспорта на имена тех, кто откупался за свою жизнь. И сам выкуп, фамильные драгоценности, естественно, не Свердлова, и деньги в огромном количестве. Видно, не зря благодарные потомки ленинцы назвали потом центральную станцию метро в Москве именем Свердлова. Вся последующая история верхушки ВКПБ КПСС показала, что опыт основателей был учтен сполна. Деньги продолжали уходить за рубеж на нужды братских партий и вообще на нужды. Когда оставшихся из них потом спросят про золото партии, они снисходительно скажут, какое там золото? Не было золота. Только вот почему тогда покончил с собой управделами ЦК КПСС Николай Кручина и многие его коллеги?
Самое интересное, что партия вовремя научилась превращать у богатых частных собственников своих доверенных лиц вовсе не в конце 80-х, как нам это кажется. Впервые этот передовой метод был применен во времена НЭПа. Поначалу партийцы, скрывавшиеся под коммерческую крышу, делали даже большие успехи в бизнесе. Еще бы, из денег, однажды уже экспроприированных у бывших бизнесменов и буржуев, им вручался солидный стартовый капитал, а заодно обеспечивался негласный льготный режим со стороны всяких проверочных государственных контор. Не правда ли удивительно знакомая ситуация, но уже по картине конца 80-х, начала 90-х годов? Что поражает в большевиках, так это архищедрая помощь иностранным братьям-коммунистам в сочетании с жесточайшими методами выдавливания последних копеек у собственного народа. Придя к власти, большевики испытывали в некотором смысле даже нехватку рабочих рук для загребания чужих денег. Иван Бунин в своей книге «Окаянные дни» пересказывает историю со слов простого солдата. «Хожу без работы, пошел в совет депутатов просить места. Мест, говорят, нет, а вот тебе два ордера на обыск, можешь отлично поживиться. Я их послал куда подальше, я честный человек. Это методы собирания денег, а теперь о целях, на которые они идут». Очередная записочка Ленина Сталина. Кстати, не пора ли основать 1-2 образцовых санаторий не ближе к 600 верст от Москвы? Потратить на это золото, тратим же и будем долго тратить на неизбежные поездки в Германию. Телефонограмма из Горок, 21 марта 22 года. Прошу вас нести в секретариат ЦК через Молотова следующее предложение и известить о том, принято оно или нет. Ввиду выезда Кристинского 18 марта в Москву с немецкими специалистами по нервным болезням для осмотра группы крупных работников, предложить секретариату ЦК поручить врачу составить список товарищей, подлежащих осмотру. Конец цитаты. Одно интересно, почему выехала бригада именно невропатологов? Может быть, все-таки что-то мучило крупных работников ночами? Иван Бунин. «Окаянные дни». Ленин явил миру, как раз в разгар своей деятельности, нечто чудовищное, потрясающее. Он разорил величайшую в мире страну, убил несколько миллионов человек. И все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет. В 18-м году Ленин, заклятый враг частной собственности, написал такую записку. Не пора ли поставить на очередь вопрос об уничтожении документов частной собственности? Нотариальные акты о землевладении, фабриках и недвижимости и прочее и так далее. Подготовить тайно, без огласки. Захватить сначала. Бумаги, по-моему, надо бы в бумажную массу превратить. Технически изучить это заранее. Это довольно символично, что именно Ленин первым подает идею превращать бумагу в бумажную массу. Его технический запрос изучили и удовлетворили. В ЦК КПСС эти машины по уничтожению бумаги работали всегда, особенно интенсивно в августе 91 года, когда потребовалось превращать в бумажную массу огромное количество секретных документов. Впрочем, еще и сам Ленин часто заботился о заблаговременном уничтожении улик и на многих собственных записках писал «сжечь». Он просто не успел навести в этом деле полный порядок. В том числе не успели уничтожить и документ, в котором Ленин рекомендовал разгром церкви для публики свалить на Калинина. На Калинина и в ЦИК, с тем, чтобы вывести из-под огня Троцкого, который реально и проводил репрессии против русской православной церкви. Когда мы говорим «Сталин», подразумеваем Ленина. Общее, несомненно, было. Например, в масштабах репрессий против своего же народа. Но многое их разделяло. Сталин, в отличие от Ильича, по заграницам не колесил. Хотя важность укрепления братских компартий за рубежом понимал. И в этом строго следовал заветам Ленина. Главное отличие было в другом. Сколько бы ни грабили большевики Россию при Ленине, отцу всех народов товарищу Сталину они очень не по-товарищески оставили практически пустую казну. Спрашивается, куда же все подевалось? Этим вопросом задавался и сам Сталин.
привлекая для его решения впоследствии широчайшую агентурную сеть в стране и за рубежом. Упрощенно говоря, сталинской команде уже просто нечего было грабить. Церковью покончили, крестьянство загнали в колхозы, царским наследием занимался лично Ленин, ничего, конечно, не осталось. В этой ситуации можно было сделать только одно – обратить внимание на недра России и всего теперь уже Советского Союза, на природные богатства. Но для этого нужна была не теплая компания соратников по эмиграции, а дееспособная структура, скрепленная железной дисциплиной. И Сталин приступает к созданию и воспитанию новой номенклатуры, ласково проводя аналогии с орденом меченосцев. Сталин писал: «В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, имеется около 3-4 тысяч высших руководителей. Это наше партийное офицерство. Дальше идут около 100-150 тысяч низшего партийного командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство». Иными словами, пора было наводить порядок и расставлять все по полочкам. Прежде всего, снова нужны были деньги. Деньги в первую очередь для партии, и только для партии. Нужно было золото. Золото добывалось слабо. Убедившись, что ведомственное министерство слабо влияет на добычу драгоценных металлов, Сталин передает в ноябре 1946 года всю золотоплатиновую промышленность в ведение Министерства внутренних дел. И сразу дело пошло в гору. Дармовая рабочая сила в любом количестве, в любых самых недоступных местах и в любых условиях добывала золото. И рабочую силу, и ископаемые дала сама природа. Но это уже вторая глава истории ограбления России. Через 4 дня после этой пресс-конференции партийное имущество было национализировано, а банковские счета арестованы. Впрочем, к тому времени они уже были приведены в порядок. Партия довольно безболезненно перенесла арест как счетов, так и своих товарищей по ВКЧП. Публикации про золото партии, которые чересчур активно появлялись в прессе, сами по себе как-то затихли. А вот золото так никто и не нашел. Показалось даже, что его никогда не было.